Все окей? Да. Может доктора позвать? Не надо, можно. Надо? Просто свалить. Да. Да? Простите. Бинго, бонго и джимбо, джамбо. Привет, ребят, а где я? Где, черт подери, я? Что происходит? И почему не 4К? Самый главный вопрос. Отвечаю по порядку. Смотрите, я в городе, который называется, внимание, Иннополис. И вы сейчас такие, что? Иннополис, есть такой город, он под Казанью. И вот смотрим туда, внимание. Вот сейчас там главная сцена, и там весь город. И там я выступаю через 2 часа. И я подумал, ну если я выступаю в Иннополисе, почему бы не снять Сереже микрофон? Это, кстати, Сереже микрофон, лучшее шоу на YouTube. Сейчас это почти для всех, для вас сюрприз, особенно для моего оператора. Это Семен. Семен, помаши рукой в камеру. Просто вот помаши. Это смотрите, какая рука Семена. Без маникюра. Ты что, не читал мои сообщения, бро? Оператор без маникюра, серьезно? Я сейчас потерял треть своих подписчиков, знаешь. Вот там происходит движуха, мы там закончим сегодняшнее наше приключение. А сейчас мы идем вот туда. Там все живут. Иннополис — это вот кампусы, посмотрите, кампусы, где живут студенты, и они там учатся. А там живут преподаватели и всякие умные дядьки. Это город, построенный посреди ничего, и это наша силиконовая долина. Если вы думаете, что вам идут водолазки и джинсы, и вы старые и плохо выглядите, и вы любите, чтобы вас называли Стив, вам сюда! Посмотрим, как живут в этом городе и вообще, что происходит. Ребята, Иннополис. 1, 2, 3, 4, 5, ну где-то 10 зданий. Университет, качалочка. Смотрите, это качалочка. Там качаются. И все. Можно вас? Привет! Это шоу «Сережа и микрофон», лучшее шоу на YouTube. Здравствуйте. Кто ты и что ты здесь делаешь? Я Лолита. Ну, я ученица лицея, и я приехала на День города. Откуда ты? Из Казани. То есть ты из Казани приехала в Иннополис. Как далеко Иннополис от Казани? Не знаю. Не знаешь. Ну, ты ехал на велосипеде, что ли? Нет. Окей, расскажи мне про Иннополис. Что это за место? Что здесь творится? Ну, можно сказать, что это как сказка, но такая IT-сказка. IT-сказка, окей. Продолжай, ты мне нравишься. Здесь? Лолита. Здесь много хороших людей. Здесь можно не бояться, если ты что-то потерял, то обязательно человек найдет и сообщит. И без проблем можно забрать данную вещь. Отсюда первый вывод. Если вы домушник, форточник и любите воровать, вам в Иннополис, здесь люди на расслабоне, правильно? Лопушки сладенькие, можно очень неплохо подняться. Продолжай. Ну, я даже не знаю, что сказать. А зачем ты здесь сегодня? Почему ты здесь? Я здесь учусь. Где? Покажи, в каком здании. Ну, там находится лицей. Так ты здесь живешь? Нет, я живу в Казани, но учусь в лицее. Но получается, что да, немного живу. Хорошо. А на факультете логики? На кого ты учишься? Я еще ученица школы, можно сказать. Ты ученица школы, и тебя зовут Лолита? Ну, можно и так. О, черт, как сейчас опасный период в твоей жизни. Скорее взрослей, чтобы не было шуток, которые я хочу сказать, но не буду. Подожди, ты здесь школа? И здесь есть лицей. И ты в этот лицей ты ходишь, учишься? Да. После этого лицея что будет? Не знаю. Не знаешь. Не хочешь со мной говорить, да? Волнуешься? Не, немного кружится голова. Извини. Итак, все. Кружится голова, потому что такая звезда. И все-таки самый популярный влог на YouTube. Mm-hmm. Ты смотрела мой шоу? Нет, извините. Все, извини. Все нормально? Тебе хорошо? Нет, немного темнеет глаза. Все, так, все. Давай, присядь. Так. Все, дыши. Все окей? Да. Может доктора позвать? Не надо, можно. Не надо? Просто свалить? Да. Да? Простите. Может доктора свалить позвать? Не падай в обморок больше, ладно? Подыши. Угу. Можешь, правда, помощь позвать? Не надо. Хорошо, благодарю. Все, извини. Давай, счастливо. Пока. Так, мы начали свое приключение в Иннополисе. Окей. Без обид, все хорошо? Все хорошо, да? Пожалуйста, только не умри, ладно? Мне не нужен еще один труп на моей совести. Хватит, я отсидел уже свое. Мы идем туда, где все живут. Если я не ошибаюсь, тут есть всего лишь один магазин на весь город. Очень все чисто. Все очень чисто. Здесь, видимо, что-то еще строят. Наверное, центр откачивания от обмороков. Моя версия. Спасибо, что смотрите меня. Это, кстати, спешл. Я вот сегодня прилетел сюда, выступаю. Завтра я с утра улетаю в Уфу и там снова снимаю. Вот, я не знаю, в какой последовательности.
Я не идеальный ведущий, я споткнулся. Я не знаю, в какой последовательности я все выпущу, но, скорее всего, вот в такой вот. Два дня у меня Сережа и микрофона. Вау. Да, я думаю, что я тоже в обморок упаду. А! Вау, я люблю Иннополис. Это за Лолиты летят. Мы идем в гетто Иннополиса. Войти гетто Иннополиса. Вот первая банда. Смотрите, псы! Псы Иннополиса! Ты падаешь в обморок? Бывает, да. Блин, значит, я с тобой не могу разговаривать. Так, значит, вы все лицеисты, да? Да. Ну, да. Разумеется, все девственники. Разумеется, я даже могу не спрашивать. Когда у вас выпускной? Через год. Через год, да? Тут есть Лолита, да? Вы знаете Лолиту? Какую смотрел Лолиту? Да? У вас может с Лолитой получиться. Что вы делаете? Берете у нее интервью, она падает в обморок, вы ее целуете, окей? Хорошо. Все. Надеюсь, Лолита нас сейчас не смотрит. Что такое Иннополис в двух словах? Ты. Город. В двух словах! Инновационный город. Что здесь инновационного? Здание. Что еще здесь инновационного? Один БХТЛ. Один магазин на весь город? Да. Охренеть, он кассу гребет. Значит, уважаемые бизнесмены, особенно чувак из выпуска про будущее. Вот тебе идея бизнеса, переезжай давай из Москвы, то тебе все равно там нечего искать в Москве. Сюда открывай второй магазин, и будет здоровая конкуренция. То есть вы школота? Да. Самое настоящее. Сейчас время теряю на вас. Сегодня в 22:00 будет мой концерт. Диджей Огурец. А вы Огурец, да? Я Огурец. Я слышал вас, да. Что слышал? Слышал то, что вы прикольные штуки всякие делаете. Да? Я был близко, да? Слышал, что ты гомик. Я думал, сейчас скажешь. Я слышал, что ты гомик. Привет. Кто ты? Я Регина. Регина, откуда у тебя Lexus? Купила. На какие такие деньги ты купила? Работала. Задекларировала их, нет? Да. Мы будем под тебя рыть, пока не найдем, в чем тут причина. Хорошо. Так, ты меня узнала, да? Да. Откуда ты меня знаешь? Подписана в Инстаграме. Вау. Поклонница. Смотришь Сережа микрофон? Конечно. Я сейчас снимаю Сереже микрофон, прикинь? Да. Если ты снова сейчас упадешь в обморок, а у тебя нога упадет с тормоза, ты всех передавишь. Здорово. Здорово, классный сюжет. Так, а прежде чем ты упадешь в обморок, расскажи мне про Иннополис. Что это за место такое? Ну, это классный инновационный город. Кем ты здесь работаешь или что ты здесь? Финансистом. Финансистом? Да. А вот откуда Lexus. Подержанный, но все равно. То есть ты пока не наглеешь. Пока на подержанный, да? Тут? Он же уже старый, я его давно купила. Это все для отвода глаз. Под краской он золотой. Куда мне нужно сходить? Скажи мне, пожалуйста, здесь. Смотря что вы хотите. Тут есть какой-нибудь гетто неудачников, айтишников? То есть их выгнали из их проектов, и они формируют свой подземный тайный город. Есть? Нет. Нет? И они с заточенными интернет-кабелями ходят и по ночам убивают людей. Есть такое? Нет, так. Тогда тут мне не очень интересно будет. Ты чего, ты придешь на мой концерт? Так я ради этого приехала. Откуда ты здесь живешь? Нет, я здесь не живу, я здесь только работаю. То есть ты из Казани ездишь каждый день час? Да, и обратно час. Ты мазохистка? Нет. Любишь боль? Я люблю свою работу. Любишь боль? Нет. Да. Да, снова ехать больше часа. Кто звонит? Степан. Кто такой Степан? Друг. Понятно. Друг. Вы на громкую, подожди. Алло, Степан. Да-да-да. Это Сережа, блок, Сережа и микрофон. Я сейчас с Региной, что вас связывает? Слушай, ты, я тебя люблю. Слушай, подожди, ты мне зубы не заговаривай. Что вас связывает с Региной? Слушай, я сейчас просто подпитался энергией космоса. Я сейчас пойду свалю дуб. Два вопроса, Степан, заткнись. Два вопроса. Что тебя связывает с Региной? Вы с ней целовались уже или нет? Это важный вопрос для моего блога, для моих подписчиков. И второй вопрос. Ты замешан в отмывании Лексуса? Меня связывает канат. Я замешан на яичке и двух ложек муки. Я пирог. КВНщик, да? Судя по всему, из не очень удачной команды. Все, счастливо, пока, люблю тебя, пока, пока. Приходи на концерт, Степан. Окей, идем дальше. Это основной город, где все живут, где все улицы и на полице. Мы с вами на улице Спортивной. Вот, видите, как все спортивно. Там стадион. Обалдеть, ребята. А тут есть бомжи, интересно? Это же город, это что, должно быть все по-настоящему, правильно? Я не знаю, куда. Мы просто пойдем прямо. Посмотрите, где мы. Еще раз, я понимаю, если... я прогнозирую, как вы пишете мне в комментарии, Сережа, какого черта, где 4К? Семен, где 4К? Я могу поставить здесь такой. Ты можешь поставить 4К? То есть мы могли снимать с самого начала в 4К, но снимали в каком-то дурацком HD?
Значит, вот что мы делаем. Мы сейчас заканчиваем первую часть спешала в Иннополисе в отстойном, отвратительном HD. Тьфу! Тьфу на тебя, HD. И сейчас будет вторая часть, ищите на YouTube, она уже будет для пацанов в 4К. И панораму наверх давай.